Непонятно, как смотреть, что хочешь сам, если мы и наши хотелки являемся продуктом среды, законов физики. Может быть, смотреть шире своего круга. Ну, это ограниченное восприятие, что значит, мы являемся продуктом среды. В каком-то смысле, да. Но вряд ли ты будешь отрицать, по крайней мере, я точно знаю абсолютно, да, что в человеке есть нечто, назовем это условно духовное начало. И оно точно абсолютно не является продуктом среды. Можно с двух сторон подойти. Можно подойти с точки зрения теории эволюции, да, что человек до определенного момента развивается, ему предстоит стать личностью, которая выходит за рамки того горизонта, который был поставлен средой, потому что мир эволюционирует. Я, помните, говорил, да, что моя миссия – это развитие интеллекта, эволюция разума человека на этой планете. Вот как раз эволюция. Эволюция всегда выходит за рамки чего-то. Поэтому даже если мы продукты среды, это никак не означает, что мы не можем развиться за пределами тех рамок, которые нам были, ну, известны до того, как мы в этот мир попали. Это во-первых. А во-вторых, возможно, это вообще не так. Возможно, мы здесь для того, чтобы просознаться в этих телах и через эти тела как-то реализоваться. И изначально мы не являемся продуктом этой среды. Так что так себе.